Здравствуйте! Вас приветствует компания Батискаф, меня зовут Александр. Сегодня у нас на обзоре перчаточки от компании Scuba Pro. Называются они D-Flex. Вот так вот они выглядят, со всех сторон могу их вам показать. Но, наверное, лучше будет, если я покажу их у себя на руке. Значит, D-Flex — это 2-миллиметровые перчатки от компании Scuba Pro с вот таким вот антискользящим покрытием. То есть они все вот в таких вот резиновых точечках. Перчатки покрыты неопрен, покрыты нейлоном как сверху, так и внутри. Даже внутри у него такая нить. Нет, они не нейлон. Ну, короче, нейлон, лайкра. Лайкра. Очень мягенькая такая приятная лайкра внутри перчаток. Сверху это нейлон с вот таким вот прорезиненным покрытием. Вот эти точечки, они резиновые и очень-очень цепкие. При том, что сам неопрен в перчатках D-Flex очень мягенький. Толщина перчаток 2 мм, рассчитаны они под теплую воду. Я выбрал себе перчаточки размера ML, так как у меня не широкая рука, но пальцы достаточно длинные. Ложатся везде они хорошо, мягенькие, практически на руках не ощущаются. Уже вторую одену для большего. Так, вот так вот они выглядят, очень-очень мягенькие. Кто пробовал одевать эти перчатки на руки, подтвердит. Если вы хотите убедиться лично, всех вас приглашаю в наш магазин Батискаф. Кстати, давайте приглашу вас, наверное, подписаться на наш YouTube-канал, чтобы вы не пропускали наши обзоры и шикарные акции нашего магазина. Вот такие вот перчаточки Scuba Pro. Мягенькие, комфортные, удобные, очень цепкие. Есть в нашем магазине Батискаф. Называются они перчатки D-Flex. Кто хотел немножечко утеплиться, у кого мерзнут руки, либо защитить свои руки от механических повреждений, всем очень рекомендую. Перчатки D-Flex 2-миллиметровые от компании Scuba Pro. Мягенькие, комфортные, хорошо лежат на руке. На этом, пожалуй, все. Много рассказывать о перчатках я не могу. Крой, понятно, что у них анатомичный. Удобно все, комфортно. На этом, пожалуй, все. Кому интересно больше, всех вас ждем в нашем магазине Батискаф. Или задавайте свои вопросы в комментариях к этому видео. До свидания.